Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у нас автомобиль Mazda 6, 2010 года выпуска, двигатель 2 литра автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 148 тысяч километров. Заменю на нем приводной ремень. Ролики нормальные, не шумят, поэтому меняем только один ремешок. Вот наш приводной ремешок, а натяжитель стоит внизу, в самом углу, под генератором. Вот его видно за стойкой стабилизатора, только кусочек. Для удобства сниму вот эту часть пыльника, снимаем клипсы и убираем пыльничек. Поддеваю отверткой. Клипсы, как правило, грязью забиты, поэтому крутить их уже бессмысленно. Она просто не выкручивается. Хотя нет, вот эта нижняя пошла. Пробовать надо. Попробую верхнюю. Нет, работает. Отлично. Здесь клипса слетела. Где-то, видать, бампером цеплял. Вырвал ее. Поставим ее тоже на место. Ну, вот она, а она-то прокручивается. Она как раз и не хочет отходить, поэтому цепляем ее сбоку в наглую. А потом ее уже установим. Так, я снял две клипсы с торца и открутил три самореза снизу. Головка на 8. Все, вот у меня локер отошел. А вот здесь под локером у нас еще находится две клипсы снизу и сверху. Также их снял. Уже после этого можем снимать вот этот пыльник. Целый, не ломая, все нормально. Видим наш натяжитель. Головка на 14, на болт одеваем и ослабляем его. После того, как мы его ослабим, мы сможем снять ремень. Ремень снимать буду сверху. Одеваю накидной ключ, немножко изогнутый, чтобы он у нас отходил в сторону, для придания усилия на него. Вот так вот. И через блок ослабляю ремень. Также можем ремень скинуть и отсюда, с коленвала. Я ослаблю болт верхнего ролика, и когда натяну натяжитель, я сниму ролик вместе с ремнем, и устанавливать его буду последним точно так же. Головка на 14, освобождаю. Ослабил болт, открутил его и вытаскиваем. Здесь блок АБС. Немножко неудобно вытаскивать, но тем не менее вытащил. Ролик у нас сидит здесь на направляющей. Теперь внизу ремень ослабляем, как я показывал, и снимаем ролик вместе с ремнем.
Ремень у нас ослаблен. Ролик у нас снят. Теперь запоминаем, как стоит ремешок. Зарисовываем. Скидываем его со всех ручейков. И на его место устанавливаем новый. Ремень я вытащил, он пересох весь потресканный. Берем новый. Ремень беру фирмы Дейко, размер его 6 ПК 2240. Раскидываем его по ручейкам. Раскидал ремень, теперь беру ролик, завожу его на ремень и пробую одеваю на направляющую. Все, ремешок с роликом я одел, вставляем на место болт. И затягиваем его. Ремень у нас установлен. Все стоит по ручейкам. Обязательно после этого, после установки проверяем, чтобы ремень новый нам не порезать. И на этом все. Остается нам снизу поставить пыльники. Ну, как пыльники ставить, я уже показывать не буду. Замену ремня я произвел. Всего вам доброго!